Сегодня у нас 24 мая 2024 год. Вот это я нахожусь возле Скворечника. Называется дом. Вот он. Здесь уже трава обильно выросла. Надо все скашивать. Много комаров. Особенно вечером в них прячется. Вот, сейчас покажу, какие работы были выполнены. Сейчас, когда ролики снимали предыдущие, какие были разрушения, что получилось с Божьей помощью выправить. Вон сколько дуванчиков. Красиво смотрится. Но не все заполняет. Так. Тут банька. Тоже кое-что надо подделать с крыши, но более-менее целая. Вот. А вон видно, Надежда Васильевна что-то делает. Вот, вот то, что я показывал, крыша была разрушена. Это сзади дома Надежды Васильевны. Вот получилось, матушка Людмила дала профнастил. С того года мы ее еще покупал. Вот, и с Божьей помощью все это сделал. Это после недельной Пасхи, которая праздничная, на следующей неделе вот тогда я все сделал. Пришлось потратить много времени, конечно, сил, но зато стоит того. Вот. Тут много этого. Чисто тело растет. Сейчас покажу. Вот он. Желтенький. Хорошенький. Обильно. Вот сколько шифера осталось и остатки. Последний ряд был более-менее целый. Вот я его снял весь. Вот так куча так и лежит. Так, посмотрим, что тут занято у нас. Надежда Васильевна. И Николай Георгиевич приехал. Я его поездом встречал вчера ночью. Вот, вчера мы поработали. Вот, и сегодня посмотрим, что у нас тут. Вот. Вот Николай Георгиевич сегодня занимается ходьбой. Просит он Надежда Васильевна тут все. Чеснок, шапачок, что-то еще она посадила тут. Вот. Тут у нее морковка, что-то еще там, редиска. Вот эти грядки она. Но еще не до конца она досадила, потому что уже немощная. Ну еще с Божьей помощью отдохнет и опять дальше садит. Вот здесь у нее тыква посажена. Еле ходит. Ага, бутылки под воду. Уже часть опустошена. Вот здесь вот она посадкой помидоров занимается. Вот уже немножко высадила. Это разный сорт. Вот тут. Да, работы много, конечно. Ну вот так вот, так сказать. Тут вот тоже пару листов заменил. То, что было сломано на дому. Шифер. Там угол свободен. Ой, вернее, это сделал. Вот я его закрыл. И здесь тоже подделал. Тут вот забор был свален. Тоже все это сделал, подделал. Столбов у нас не так много, поэтому я сделал немножко как пасынки. Вот такие вот.
Все, вот крайний только поставил, там цельный. Все, стоит, слава богу. Здесь вот тоже у калитки пасынок. Там вот пасынок поставил. Слава богу за все. Аллилуйя.